Прогуляемся по утренней Осаке. Вот так в Осаке стоят таксисты у своих машин. Ждут. Вот за этим рвом стоит замок. Это только одна из сторожевых башен, а замок там. Замок в Осаке основал полководец Тоётоми Хидэёси в 1597 году на месте старого храма. В 1614 году Иэясу Токугава атаковал замок. Именно здесь, в Осаке, проходило два великих сражения, после которых замок в Осаке пал. А клан Тоётоми Хидэёси погиб. И после этого на долгих 260 лет установилось правление рода Токугава. Невероятно огромный фундамент. Вот такие гигантские камни у этого замка. Нынешний вариант замка построен в 1931 году. Он чуть-чуть поменьше оригинала. И сейчас в нем музей. А самое главное, что около замка есть капсула. Капсула времени, которую заложили еще на выставке Экспо-70. Здесь две капсулы. Нижняя должна оставаться нетронутой, а та, что над ней, будет вскрываться каждые 100 лет для проверки сохранности помещенных в нее предметов, которые бы рассказали потомкам о нашем времени. Открыть ее завещали через 5000 лет. Сегодня сюда идет очень много детей. Наверное, у них экскурсионный день. Какая милая пара. Урбанизм в Японии. Я подошла к главному входу. Умеда Sky Building. 173-метровый небоскреб, состоящий из двух 40-этажных башен, соединенных мостиками и эскалатором на самой вершине. Лифт поднимает до 35 этажа, оттуда на эскалаторах по прозрачному туннелю. Вверх, вверх, вверх. И вот мы на открытой площадке, опоясывающей башню. И навстречу распахивается безбрежный город. Отсюда видно здание Гейт Тауэр, через который проходит надземное скоростное шоссе. Вон там, справа. На этой фотке видно, что скоростная дорога проходит прямо через здание, которое называют Пчелиной улей. Я наслаждаюсь этой общей футуристичностью. В дневном свете город красив, но в закатных лучах потрясающе. На свежем воздухе никаких стекол. А солнце все ниже и ниже. Какой потрясающий закат! Постоянно в Осаке проживает около 4 миллионов человек. Виды фантастические. Смотровая площадка, круг, 360 градусов обзорной площадки. И несмотря на сильный ветер, я хожу по открытой площадке и снимаю, наслаждаясь потрясающими видами. И вот уже закат, красота!
Какие виды! И мы с девчонками нашли здесь свое тайное место. Замерзшие мы спускаемся вниз. 39 этажа. Вот это, да, ребенок? Вот это урбанизм. Вот так мы спускаемся, да. И смотрю наверх. Абсолютно футуристическое сооружение. Это еще не вся программа на сегодня. И опять мы идем вдоль стен замка Осаки. И сейчас значительно лучше, чем утром. Видно, какой широкий ров, наполненный водой. Ширина этого рва 90 метров. Замок подсвечивается, создавая таинственную, загадочную атмосферу. 400 тысяч самураев сражались в битве за Осаку. Ну а теперь мы отправляемся в Дотонбори, сверкающий яркими огнями, витринами, миниатюрный буддийский храм, а рядом японские рестораны и бары. И этот переулочек соседствует с шумной улицей Дотонбори. Но здесь тихо и романтично. Посмотрим, что у нас здесь в меню. Сплошные иероглифы. Понять ничего невозможно. Зато вот, пожалуйста, сливовое вино. Вот такие чудные фонари. Дотонбори в Осаке – одно из самых популярных туристических мест. Эта улица располагается вдоль канала Дотонбори. Сейчас Хэллоуин, и здесь весело. Неоновые огни, мигающие витрины. Какие девчонки милые, а? Но ведь это ж прямо самурай. Вон мои девчонки пошли. И знаменитая вывеска краба Канидараку. Они пробуют шарики из осьминога. Не знаю, как это. Ну и как? Гады? Боит. Ну что-то не нравится мне. Шарики. Осьминога. В общем, мы с этого начали. Что будет дальше, мы не знаем. Вот такая вот еда. Вот это шарики. А внутри, ребята, я вам сейчас расковыряю. Потому что это нечто клип. Конец дня. Мы зашли в обычный японский супермаркет в городе Осака, рядом с нашим отелем. И вот здесь сейчас, ребят, вот это, смотрите, это мидии. Теперь посмотрите вот так. Они очищенные, сложенные в красивый пакетик и стоят на 50% дешевле. Приезжайте в Японию. Ну, вот это осьминог. Обычный осьминог. И стоит он здесь 536 евро. $5. Утро в Осаке. Дети спешат в школу. Служащие идут на работу. Ну и нам пора на вокзал. Путь
продолжаем путешествие.